Добрый день! Сегодня я сделаю отбивные. Сегодня поедем мы на озеро загорать. Погода у нас жара, почти 30 градусов. Вот, быстренько сделаю отбивные, салатик, все. Будем делать. Нарежу мясо. Захотела резать, затяну штуповатую. О, совсем другое дело. Отбила вот хорошенько. Нам две хватит. Отбила еще там салатик, все. Так, посолю. Не сильно. Так, это мариноваться будут отбивные. Сделаю для яйцо. Соли чуть-чуть, потому что я их присолила. Вот, буквально чуть-чуть. Перчику, конечно. Ну, так. Майонеза немножко. Так, немножечко. Муки. Так. Не полная столовая ложка. Размешиваю. Хорошо, чтобы комочков не было. И водички. Немного, чтобы густое не было. На две отбивные хватит. Сковорода нагрелась, окунаю в кляр. Кляр в стекло немножко и на сковороду. Жарю на небольшой, перевернула отбивные, жарю на второй стороне и прикрою крышкой. Так. На маленьком огне пусть зажаривается. Отбивные готовы. Вкусненькие, мягенькие будут, мясо хорошее было. Заходите на мой канал, готовьте со мной, кушайте с удовольствием. Приятного всем аппетита и до новых встреч на моем канале.